Сегодня мы играем лапел гард, пробуем. Лапел? Да. У чувака два пояса, поэтому дополнительный челлендж. И пулинг гард, когда правая нога впереди, а не левая, как обычно. Поэтому смотрите эксперименты, как планы не удаются. Каковы ставки? Я не знаю, я первый раз это делаю, сейчас буду. Спасибо, Миш. Thank you.
Оба, раз, два, три. Но Брюсник Стрэбиум, Кирилл Корнелиус от Ворочки, 500 рублей. 800. Признаюсь честно, ничего скучнее я в своей жизни не видел. Ну, это Апелгард, вы что хотели. План удался.